А сейчас о том, кем мечтают стать нынешние школьники и студенты. В различные времена в топе популярных специальностей среди молодежи оказывались разные профессии. Как правило, ажиотаж обусловлен дальнейшими перспективами, связанными с трудоустройством, размером заработка, а также карьерным ростом. Так, долгое время лидерами были сферы экономики и юриспруденции, но сегодня их потеснили IT-специальности. Не исключением стали и тверские вузы. Почему абитуриенты штурмуют эти специальности, выяснил наш корреспондент. Экономисты, юристы, психологи, управленцы – все эти профессии на протяжении 2 десятилетий были в топе самых популярных у абитуриентов. Но последние годы их потеснили IT-специальности. Мы поинтересовались у нынешних студентов, какие сферы деятельности сейчас наиболее привлекательны для них. Сейчас больше технические, связанные с компьютерами, информацией, я думаю, ну, IT-сфера. Общество развивается, вся эта технология развивается. Прогресс не стоит на месте. Да, поэтому очень актуально. Что-то связанное с онлайн. Может быть, не совсем IT, нет. Наверное, продажи в онлайн. IT-специалисты тоже сейчас достаточно важны, но нужны еще и грамотные управленцы, как я бы сказал, кто сможет организовать работу IT-компаний. Я все-таки считаю, что да, IT сейчас очень даже прибыльная специальность. В лидерах IT, что объяснимо, ведь это участие в интересных проектах, достойная зарплата, карьерный рост и даже гибкий график. Да и с трудоустройством нет проблем. Потребность в айтишниках растет с каждым годом, причем в самых разных областях. Госслужба, бизнес, производство, обеспечение безопасности. Поэтому специалистов IT-сферы сейчас активно готовят почти все высшие учебные заведения. Сразу 2 факультета ТВГУ обучают азам этой профессии. Наш учредитель как раз по запросу государства выделяет огромное количество бюджетных мест. Оно где-то примерно составляет 20% от общего числа контрольных цифр приема. И хотелось бы сказать, что где-то 300 бюджетных мест у нас на бакалавриате и в районе 50-60 в магистратуре. И у нас новое направление открывается, бюджетные места, выделенные в 2023 году, мехатроника и робототехника. У университета есть соглашение с рядом организаций, связанных с конструированием, программированием, производствами. Трудоустроить и, что называется, заточить под свою компанию молодого айтишника работодатели порой готовы даже со студенческой скамьи. Кстати, будущие специалисты уже с юных лет успевают себя проявить. Так, 2 студенческие IT-команды из Тверской области вошли в число лучших в ЦФО. Перспективность такого рода деятельности отметил и глава региона Игорь Руденя. Высокотехнологичным производством, которое связано с развитием общества и личности, занимаются молодые и инициативные люди, которые по-новому мыслят. Мы понимаем, что важно поддерживать это направление развития. Важно отметить, что сотрудников этой сферы сейчас поддерживают на разных уровнях. Указ о введении ряда новых стимулирующих мер подписал президент. Это возможность отсрочки от армии на время работы, льготная ипотека. Что касается предпринимателей, то для организаций это обнуление налога на прибыль, освобождение от проверок. А Тверская область будет предоставлять субсидии IT-компаниям, которые переносят свое производство в регион из других субъектов страны.